анонс 7 и 8 серий 2 сезона сериала «По ту сторону смерти». В 7 серии Рита Нильсен пытается сбежать с годовалой дочерью. У нее видение, будто той грозит смерть. Рита нападает на мужа, который хочет ее остановить. Спустя несколько месяцев Рита в аэропорту предупреждает Демину, что ее отец может погибнуть в авиакатастрофе, и оказывается права. Борис Демин попадает в реанимацию после крушения самолета. И Точилин, и Демин заинтересованы в том, чтобы найти Риту, которая должна находиться на лечении психиатрической клиники. На самом деле, под ее именем там живет другая девушка. В 8 серии вскоре эту девушку убивают, подменив ампулу для укола. Также погибает санитар Тимур Дадиани, который ранее попал на камеру наблюдения, как курьер, доставивший обед убитому Щукину. Демин встречается с мужем Риты, он рассказывает про видение жены. Точилин подозревает монголов в причастности к убийству Щукина и пытается разузнать у него информацию про Риту. Монгол направляет Глеба в агентство эскорт-услуг, откуда к нему прислали Риту. Посмотреть очередные серии вы сможете 18 ноября.